Дорогие мои друзья, мы сейчас находимся на побережье Средиземного моря. Пляж Агиус Феодорус. В переводе на русский это значит Святые Феодоры. Он находится 40 километров от столицы Греции, Афин. Вот как вы видите, очень большой пляж. Вон оттуда начинается со стороны, вот где там, видите, здание. Потом здесь очень много деревьев. Как парк такой из деревьев. Можно сюда сидеть и можно сюда тень найти. Здесь сильную жару. Вода очень чистая, прозрачная. Вот, смотрите, какой продолжительности находится этот пляж. Он состоит из камней. Не мелких, а крупных камней. Вот, посмотрите, поближе сделаю. Вот такие камушки. И так они идут до самого моря. Смотри, какая вода чистая. Сегодня температура 36 градусов. Вода теплая здесь, потому что камни нагреваются, и так они нагревают и воду тоже. Вот, пожалуйста, вам пляж Агиус Феодорус. Это километров 20 отсюда находится город Коринф. Здесь ехать в сторону Пелопоннеса. А рядом, с другой стороны, находится другой пляж Кинета, который я вам снял до этого. Кинета находится здесь 10 километров. Восточный, в сторону Афин. Вот я как со Спропергу еду, сначала проезжаю Кинет, а потом попадаю в Святые Феодоры. Вот, смотрите, какая красота здесь. Я сейчас в воду зашел, и вода очень теплая. Сюда приезжают очень много людей, потому что вот этот парк, там есть и волейбольная площадка, есть и баскетбол, играть, теннис, две стадиона такие, вот можно играть. Потом скамейки есть такие сидеть, чтобы... И поэтому приезжает сюда очень много людей, в основном с Афины. С Афины привозят и делают на один день на автобусах. Закрывают билет и на автобусах привозят сюда. Это в основном людей большого возраста. Пенсионеры такие, вот целые автобусы их привозят сюда. На пляж этот. А так вода очень чистая здесь. Сейчас я приехал в такое время, не выходной день. На выходные дни здесь очень много людей приходит, и здесь места не найдешь, чтобы... Ну, найдешь, но не... Тяжело будет найти, скажем, найти место свободное. А сейчас рабочее время, люди работают, поэтому места как такового здесь очень много. Вот этот парк, вот так дорожки здесь. Просто я сейчас остановился в середине, а вот он очень большой, здесь километров 3 этот парк. И здесь вот все есть. Вот если дальше в ту сторону идти, там есть вот эти площадки теннисные,
волейбольные, баскетбольные и разные такие мероприятия, чтобы можно провести очень хорошо свой день. Ну, на этом, как вы видите, сейчас время такое, что здесь, когда жарко, вот это камни нагреваются, здесь еще больше жарче становится температура. Поэтому здесь надо всегда быть рядом с морем и делать и купаться. Дорогие мои друзья, на этом я заканчиваю свой репортаж. Как вы видите, этот пляж я вам тоже показал. Это пляж Святых Феодор, Агиос Феодорус, так говорят в Греции. И если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал «Путешествие по Греции» с Никос Поронидис. И ставьте лайк, и пишите свое мнение о том, что вы видели. Спасибо большое вам, и доброго дня желаю.